Я что-то отвлекся, извините, пожалуйста. Добрый день, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на канале Squad Board Shop. Да, сегодня будет рассказ не про что-то эротическое, презервативно-гондонное, но раз уж нас пустили в это царство наслаждений, то почему бы не снять здесь пару замечательных обзоров. Тем более, что рассказывать про такие кроссовки – это действительно наслаждение. Сегодняшний рассказ про Nike SB Blazer Кевина Брэдли. Не переключайте ваши YouTube-каналы. Что-то я опять все отвлекаюсь, ну, неважно. К рассказу о кроссовках. Итак, кроссовки Nike SB Кевин Брэдли. Сейчас этому парню 24 года. Простой скейтер из Лос-Анджелеса, первое видео с которым вышло еще в далеком 2011 году. А в 2016 парень уже вовсю катал за Nike SB и за Supreme. Вышло, когда видео Supreme in Paris, можно его трюки увидеть там. В общем, парень действительно очень хороший, среди его спонсоров, кроме вышеназванных компаний, еще и Fucking Awesome. Ну, то есть весь такой крем де ля крем от скейтбординга. И вот в этом году Кевину Nike SB поручило такое задание выпустить несколько своих кроссовок. И он сделал пэк, в котором входит сразу две пары кроссовок. Низкие и высокие SB Blazer. Этот пак получил название Kevin and Hell, так как это очень созвучно с фразой Heaven and Hell, то есть рай и ад. Райские кроссовки — это были низкие блейзеры, а за ад отвечают высокие. И вот про них как раз сегодня наш рассказ. Если честно, сам Кевин говорит, что они особого отношения к аду не имеют. На самом деле эти кроссовки – это дань его любимому персонажу «Звездных войн» Дарт Молу. Но я вот долго смотрел на эти кроссовки, если честно, каких-то отсылок к Дарт Молу я здесь не заметил. Да, у него был черный плащ, да, у него были какие-то красные элементы и на лице, но у него еще были рожки, которые, опять же, отсылок к дьяволу. Здесь, на мой взгляд, намного больше отсылок как раз к классическому изображению в американском кинематографе и не только того самого «Князя тьмы». А именно такая бархатистая красная ткань, черная замша и вот такое вот еще всевидящее око на задней стороне этого кроссовка. Что еще примечательно, что логотип здесь изменен вместо Nike SB на Nike KB, а именно Кевин Брэдли. Имя, фамилия скейтбордиста указано также и на самом вот этом вот язычке. Я что-то опять отвлекся, извините, ребят, все-таки не уверен, что нам стоит продолжать здесь снимать, потому что, может, третий час снимаем один обзор, и я все время отвлекаюсь. Короче, здесь есть еще отсылка к Дарт Молу. Помните, как у этого персонажа было лицо размалевано? Вот так же размалевана, в принципе, стелька на этих Nike SB. В общем, такая очень интересная модель, на мой взгляд. И так как сейчас у нас серия Nike SB, как люди, которые у нас следят за кроссовочной культурой, знают, переживает свое перерождение, то очень и очень советуем вам обратить на нее свое внимание. Не знаю, будет ли это заявка на собственную модель Кевина, или он продолжит выпускать какие-то блейзеры или еще какие-то новые модели. Ну, в общем, будем за этим следить. А с вами был Дмитрий Егоров, и, пожалуйста, больше катайтесь на скейтбординге и следите за нашими обзорами, не отвлекаясь. Ты видел, здесь прям маски такие есть?